на это не напрашивался. Отличный выстрел для журналистки. Я практиковалась. Идем, идем. Помоги открыть дверь. На счет три. Раз, два, три. Все. Спасибо. Здорово. А, и как нам перебраться? С той стороны лестница. Может, лучше просто... Отлично. Хорошая мысль. Ну, это полпути туда. Давай, я подсажу. Здорово, а? Черт, они повсюду! Всех ложись! Надо заткнуть эту пушку! Все, путь свободен. Ну что с ним, всегда так? Да, всегда. Ну как, что-нибудь видно? Идем сюда.
Это повстанцы. Живо, надо торопиться. Так, мы в безопасности. Что скажешь, а? Мы у самого порога. Так значит, мы оказались здесь совсем не случайно? Да, не совсем. Вот эгоист. Окей, так что именно вы тут ищете? Видишь символ там? Это Чинтамани, детка. Нейт? Огромный. Огромный сапфир, и он бесценен. В общем, другими словами, вы пытаетесь стянуть мифический сапфир из-под носа военного преступника. Она хочет сказать, что это ужасно глупо. А я и не понял, Джефф. И вроде бы камень здесь. Но нет. Сам камень не здесь. Эй, посмотри. Нет? Нет, он в Шамбале. Шамбала? Нейт. Ну, которая Шангрила. Можно на пару слов? Милый. Хотя, может быть, лучше нам продолжить эту беседу внутри. Согласен. Пошли. Порядок. Здесь они нас не найдут. Тут что-то не так, Нейт. Лазаревичу не деньги нужны. Их у него хватает. Дело в другом. Пошли. У нас нет времени. Вы ждите здесь. Никуда не уходите. Мы вернемся к вам. Ну, как обычно. О, ну, так уже больше похоже. Ты что, думаешь, они пара? Не может быть. О. Это тот самый храм. Вот это и правда очень похоже на камень Чинтамани. Вход спрятан где-то здесь. Где-то я его видел. Это как-то связано с мечами. Надо забраться туда. Но как? Секунду, хочу рассмотреть поближе. Конечно, я подожду внизу. Ах.
устала даже на это смотреть. Отлично. Еще немного. Отлично. Спасибо. Ну ты везунчик. Да ладно, ладно, признай, ты поражена. Признаю, с меня банан. Ага, и что теперь делать? Постой. Что это? Хлоя, это не просто кинжал. Это ключ. Ну, посмотрим, что он открывает. Страшно как-то. Скажи, а? Ну вот, что изменилось? Вода уходит. И? Я нашла нужную дверь. Получилось. Можешь сказать мне спасибо. Уже иду. Что скажешь? Ты в игре? Да, мы вперед. Ну, как скажешь. Хорошо, что у меня нет клаустрофобии. Знаешь, романтичное здесь местечко. Ладно. А где же цветы и конфеты? Да, конфеты, букеты, не про тебя. Ты так хорошо меня знаешь. Ты ведь не хочешь застрять в темной яме в 30 метрах под землей, правда? Пожалуй. Придется спрыгнуть. Ладно, иду. Тут невысоко. Пожалуй, я недооценил высоту. И что на это скажешь? Дерево какое-то. И при чем же тут камень Чентамани? И верно.
Внизу открывается. Ладно. Это уже не смешно. Ладно, могло быть и хуже, а? Ладно, это хуже. Да, очень романтично. Шипы. Ненавижу. Получилось. Слава. Пора уносить ноги. Вся жизнь пролетела перед глазами. Ладно, давай за мной. О, я есть хочу. Так, вроде мы на месте. Выглядит очень знакомо. Да, похоже на кинжал Пурба. Ага. Похоже, включается светом.